Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. З дна постукали і на Москві. Там рупор Кремля Міхеєв знову взявся розмірковувати, як і коли Захід та Україна можуть говорити з Росією. Я бы заострил внимание западников, опять же, как это туда, так сказать, транслировать, это другой вопрос, на простой вещи. Украина в целом переоценена. Она не может быть смыслом жизни Европы. То, что они говорят о том, что если бы проиграет Украина, так сказать, проиграет Европа, это откровенная ложь. Вопрос в том, с кем об этом можно разговаривать. И если сейчас хоть кто-нибудь, может быть, выборы в Европарламент что-то покажут, или выборы в Америке, я не знаю, так сказать, какая-то отсечка здесь все-таки есть, потому что все эти Урсулы фон дер Ляйен, они не вечные. Нет, Украина не является смыслом жизни для Европы. И на самом деле жизнь Европы без Украины вполне возможна. Это возможно. Есть ли жизнь после Украины? Да, конечно, есть. Это во-первых. Во-вторых, вопрос трактовки того, а что такое поражение Украины. Да? Ну, например, давайте, в конце концов, технологически не нравится вам поражение Украины, давайте отделим поражение Украины от поражения Зеленского. Например, может быть, поражение режима Зеленского. Я просто технологически рассуждаю, да. Не поражение Украины, так сказать. Украина, она как-нибудь там, так сказать, да, как-нибудь останется, мы потом поговорим об этом. А вот поражение Зеленского, поражение режима Зеленского. Далі пропагандист Міхеєв почав брехати про якісь там переговори та домовленості. І навіть заявив, що Європа вже має мати запасний план. Це якщо Україна програє. Вірніше, путінські посіпаки впевнені в тому, що Україна програє і що Європа тоді опиниться у глибокій кризі. Це якщо, звісно, не змінить зараз свою політику. Есть ли жизнь после Украины? Да, есть. Украина не есть смысл жизни для Европы. И донести, мне кажется, эти мысли до них имеет смысл, в том числе, между прочим, через контакты с теми, кто, может быть, продвинет своих, значит, депутатов на выборах в Европарламент. Я считаю, одна из наших проблем, кстати говоря, вот насчет нашего такого крайнего легитимизма. У этого легитимизма есть плюсы, но есть и минусы. Мы никогда не работаем с оппозицией. Вообще никогда, так сказать, да. Ее как будто бы нету, ее, так сказать, не существует. Да? Ну вот мы таким образом показываем свое уважение к тем странам и тем, так сказать, руководителям, с которыми мы имеем дело. Но является ли это достаточно эффективным в любом случае? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Надо работать. Вопрос в том, кто этим будет заниматься, как, каким образом, да, должны ли это быть официальные лица, неофициальные лица. Это уже вопрос технологии. Все это обсуждается с закрытыми дверями. Но на самом деле, к тем людям, которые могут прийти к власти, надо иметь контакты. Да, может, они на это не пойдут, потому что их тут же обвинят в том, что они агенты Путина, но найти формы можно. Серйозно? Про яку таку повагу він взагалі каже? Росія чхати хотіла на всі міжнародні закони та права. А ось така заява пропагандиста лише підтвердила тезу, що Росія хоче і планує втрутитися у європейські вибори. І саме вибори в Європі в 2024 році можуть стати мішенню для Росії з огляду на важливість європейської військової та економічної підтримки для України. Тож Міхеєв, навіть сам не зрозумівши, що далі бовкнув зайвого, розповів про справжні, але засекречені наміри Кремля, тобто мати вплив на європейській політичній арені. Тож давайте подивимося і послухаємо, як він злив таємну інформацію Путіна. Давайте посмотрим, так сказать, каковы расклады в Европарламент. А кто там может появиться? А может быть, как бы, да, с ними можно поработать. Потому что тут такая штука. С одной стороны, действительно, если вы пойдете на обострение, то мы все сгорим однозначно, как бы, да, и так далее, и так далее. Уж всегда от Европы точно один пепел останется. Но с другой стороны, вы хотите жить дальше? В принципе, вы жить хотите? Если вы жить хотите, значит, поиски определенных форм совместной жизни неизбежны. И здесь вопрос дальше, так сказать, чисто технологически, а кому, как, каким образом, да, вот эти все, так сказать, послания, что называются, да, необходимо доставить сообщить, хотя я понимаю, что сейчас очень это все стало сложно. Но тем не менее, что касается самой Украины, я понимаю, что, может быть, так сказать, тут есть разные варианты, но, на мой взгляд, как раз вот слив Зеленского и его конторы, как бы, он может открыть путь для каких-то других вариантов. Да, я знаю там все эти вот, так сказать, значит, все эти расклады местные, я понимаю, что кто там есть, кого там нет, и тем не менее, он подвешен, так сказать, сейчас на волоске. На мой взгляд, как бы, да, его могут сделать как раз или сакральной жертвой вот этой, как бы, Украины, или наоборот выставить его, так сказать, полным идиотом. До речі, саме Росія чинить більшість кібератак проти виборчих систем і процесів у всьому світі. Вони покликані вплинути на вибори задля
для досягнення стратегічних цілей у геополітичних регіонах, а власне тих, що становлять інтерес для Росії. У окремих випадках кібернетична діяльність політично мотивована і направлена на демократичні процеси певної країни. Для прикладу, пов'язані із державою проросійські кіберзлочинці спрямували свої дії проти виборів у державах, які надавали підтримку Україні. Це його фінансова сила, не воєнна. Безусловно. Да. И когда мы будем хотя бы на равных, ну или почти на равных в финансах, а к этому дело идет, а не просто про БРИКС сказал, то тогда и совершенно по-другому это будет противостояние. Это все звенья одной цепи, оно никуда не вылетает. Поэтому я считаю, что тот путь, который сегодня вот президент нас ведет, да, уже он четко это делал. Мы же привыкли читать короткими новостями в Телеграме, там, да, ну или то, что мы даем новости. А вот все это в кучу слепить, это не всегда получается. И вот когда вот это противостояние достигнет, это во всех сферах, только тогда появятся какие-то условия для того, чтобы можно наконец-то было сесть за стол переговоров. Не обязательно должен быть там какой-нибудь Карибский кризис, еще что-то. Но по-другому может случиться.